А как же плоский кредит? Ну, да, кстати, плоский кредит еще есть, точно, забыл. А у меня два... То есть плоский кредит это... тоже очень будет в этом сочетании цениться. Как его? У меня на Aur Socket Game плюс 2 и крит. Ну, до 5 свойств надо, полезно. А где? А еще Frenzy Charge нужно плюс 1 максимум? Тоже хорошо, но там что-то уже другое надо смотреть. Короче, в теории такие перчатки около Мирора идеально можно сойти. У меня 3 карапта есть сейчас. Плюс 3 камням получается в общей сложности и крит. Каких камней? Один аура, а второй просто сокет гем. А, ну, в теории такие уже можно пробовать, за что-то продавать. Но, да, уже будут хорошо стоить. А таких даже не продается. Но у меня, правда, максимум маны, самый маленький процент, но 60 элементал резист. Вообще все равно, что там в перчатках свойства. Главное, корабль. Ну, чувак за 15 продает такие. Ну, у него, скорее всего, зафакапленные остальные свойства. Там два проклятия, например. А у меня таких. Всего их 3. Я боюсь дальше кидать, что я их сломаю. Я их давно... Ну, я думаю, за полтинник. 150, думаю, Борщева. Так, что откроем. Да, у него increase cast speed дальше и elemental weakness. Weakness еще скрыл. Ну, у него пять, я имею в виду. У него increase attack speed и курса. Ну, а у него плюс 3 на вылке? Плюс 3. За 15 такие? Угу. Странно. А еще что? И крит. Я 4 насчитал. Камням нет? 2 свойства. Сейчас, секунду, погодите, мне звонят. Ну, камням 2 свойства, крит, скорость атаки. А, Elemental Weakness, да, еще? Блять, хэш, долгий карта случайно не попался, ебануться. Это ебать.